Вот встретил в лесу интересный гриб. Для наших мест довольно-таки редкий. В других местах, может, он и растет более часто, а у нас встречается иногда. Вот на пенечке, на старом, выросла толстая свинушка. Свинушку тонкую как бы все знают. Вот. А это свинушка толстая. Вот. Чем она отличается от своей подруги? Ну, тонкая, это ядовитый гриб. А вот у толстой, вот интересно, сейчас мы ее... Так, как лучше-то? Вот. А вот толстый, вот такая вот мохнатая ножка. Он как будто замшевая. Вот. Пластинки, цвет пластинок такой же, как у тонкой свинухи. Но вот толстая, вот она какая-то такая, часто бывает вот асимметричная, разлапистая. Вот. И ножка вот такая вот. Вот лохматущая, вот прямо настоящая замша по внешнему виду. Вот, и растет она на вот старой древесине, вот на старых пнях. Вот, ну, в наших лесах вот тоже встречается довольно-таки, как я сказал, редко. Буквально несколько, чтобы сделать фотографии, приходилось как-то это долго ждать этого случая. Но вот здесь на данном пне уже растет несколько лет, встречается, вот это знаем, но еще там на островах бывает. Вот. По съедобности, ну, так как тонкая, ядовитая, то насчет толстой информации такой нету, но лучше не стоит. Итак, есть что кушать, есть более серьезные вкусные грибы. Вот такая вот у нас свинушка тонкая. Ну вот толстая, пардон. Вот здесь пусть получше будет видно. О! О, какая ножища. Ну этот гриб уже все. Старый. Ну вот это замша, конечно. Толщина. И вот он. Да, ну это разломился. Угу. Толстое мясо такое. Вот. Свинушка тонкая, толстая. Путаюсь.